горит свалка на Шкодовой горе. Такое вот пожарище уже вызвали ГСЧС. Наш трещит, горит. Такое вот пожарище на Шкодовой горе, на закрытой свалке. За это лето она уже третий раз горит. Уже вызвали ГСЧС. И огонь надвигается к жилым домам. Там вот форм просто полный такой большущий. Где-то площадь возгорания, наверное, ширина полосы огня с километр.